Изменения и дополнения в бюджет Петропавловска обсудили на 12-й сессии городского маслихата 7-го созыва. За счет средств областного бюджета расходы увеличены на 2 миллиарда 46 миллионов тенге. Большая часть выделенных средств выделена на сферу ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Это 1 миллиард 580 миллионов тенге. Так, в вопросе благоустройства в этом году планируется высадить 486 саженцев, пирамида, тополей и рябины, а также 600 погонных метров живой изгороди на улицах, в скверах и в парках. На это направят 50 миллионов тенге. Сколько же потратят на установку 10 детских игровых комплексов во дворах жилых многоэтажек? Продолжится работа и по замене брусчатки на улицах Ибраева, Ухабова и Дусмухамбетова. В рамках генерального плана в 2022 году будут проводиться мероприятия по изъятию земельных участков для застройки микрорайона Жасуркен, Орталык и Береке. 500 миллионов тенге направят на приобретение 37 квартир. Благоустройство сквера по улице Брусиловского от улицы Жумабаева до улицы Пушкина 10 миллионов тенге. Укладка брусчатного покрытия площадью 600 квадратных метров. Благоустройство сквера по улице Алтынсарина до улицы Интернациональной до Букетова 25 миллионов тенге. Укладка брусчатного покрытия площадью 3000 квадратных метров, установка скамеек и урн. Благоустройство сквера за Казахским музыкально-драматическим театром имени Сабита Муканова 45 миллионов тенге. Укладка брусчатного покрытия площадью 3000 квадратных метров, установка скамеек и урн.